натуживаетесь, чихаете, то есть когда увеличивается резко брюшное давление, да, идет боль, отдает в то место боли, где болит. Да? Вот туда идет прострел сразу же. Кашлянули, о! Вот. Это вот симптом первый. А второй симптом этой болячки – походка. Человек ходит вот так. Вот. Вот если человек идет вот так, все. Это проблема венозная. А что надо делать? Две вещи. Первое – это этот застой венозный всегда связан с мышечным напряжением. Мышечное напряжение конкретно одна мышца подвздошно-поясничная, которая расслабляется вот таким способом. Показывал. Вес тела на что-то, ножки в стороны. Вот. Да? И так две минутки. Расслабить пояснично-подвздошную мышцу. Вот. Это первое. Ну, поскольку она очень вредная мышца, то вам ее один раз будет мало, это нужно несколько дней этим заниматься. И второе, что здесь еще может помочь, вот я лекарства редко назначаю, но здесь как раз вот та самая ситуация, когда не знаю, как еще сделать, как обойтись без лекарств, пока не знаю, в всяком случае. Венотоники. Любые венотоники. Это там троксивозин, венорутон, там, ну, в общем, все, что тонизирует вены. Это тоже будет помогать убирать мазь, эту проблему. Да? Нет, внутрь. Мазь здесь вообще никак. Мазь вообще, любая мазь не работает. Вообще. Я говорю, кожа у нас это полупроводник. Ее функция, самое главное, защитная от воздействия окружающей среды. Поэтому снаружи, через кожу, у нас почти ничего не всасывается. Всасываются только микроэлементы. Вот если вы грязь положите сюда, вот микроэлементы из грязи всосутся туда. Обратно все что угодно, слон через кожу пройдет, а вот снаружи нет. Поэтому все мази – это сказки, это исключительно бизнес, никакого отношения к здоровью не имеет. Единственная мазь, которая работает, которой действительно можно пользоваться, которая дает эффект – это сосудорасширяющая. То есть когда мазь раздражает, сосуды расширяет, вот это да, это работает. А все, что связано с проникновением, как вам говорят, в кожу – чушь на постном масле. Проколоть можно или пропить венотоник? Да, пропить. Лучше всего пропить, кожу портить. Вот. Хорошим венотоником является кофеин. Поэтому, как вариант замены таблеткам, это кофе. Крепкий, хороший кофе. Несколько раз в день. Пожалуйста. Вот. Это вот то, что касается... В остальном, остальные все болевые синдромы в пояснице связаны только с мышцами. Ноги. И вот он именно так и ходит, как вы показали. Кто? Вы прямо сейчас показали? Ну, у меня знакомый есть, я почему-то задала этот вопрос. А, ну поэтому его и не могут вылечить. Да, ему там и прижигали, и операции, грыжу удаляли, и этого нет. А грыжа здесь не